А теперь посмотрим, как будет ли работать стабилизация. Ну, я так полагаю, с рук снимаю. Стабилизация, конечно, должна работать. Знаю даже, обещали, не обещали, просто какое-то видео я видел. Вчера смотрел видео и видел, что действительно стабилизация есть в iPhone SE. Вот кто-то нас догоняет сзади. Сейчас и посмотрим. Вот переход. Очень важно посмотреть, как зелень будет отражаться на компьютере. Недостроенная церковь. И идем дальше. Даже хочу немножечко посмотреть, что там в мусоре лежит. Машина. И девятиэтажный дом большой. Смотрим дальше. 2 минуты. Посмотрим, насколько хватит. Я даже не знаю, сколько батареи в данный момент. Кстати, нужно, конечно, какой-то штатив. Он у меня есть, но от Xiaomi и, в принципе, работает достойно. Еще можно сделать несколько фотографий. Вот когда мы идем, допустим, снимаем видео просто, мы захотели сделать фотографию в углу, в нижнем. Короче, белый кругляшок, это и есть та кнопка, на которую нужно нажимать для того, чтобы во время непосредственно съемки видео мы сделали фотографию. Увеличиваем, делаем фотку. Фотка готова. Уменьшаем опять, еще раз делаем одну фотку. Фотка готова, наверное. Да, и продолжаем снимать. Для моей работы мне нужны ролики. Но приблизительно 30 секунд. Но в данный момент уже 3,5 минуты, и видео пока спокойно идет. Я хочу посмотреть, очень хочу посмотреть, как 4К снимает. Вот у нас кошечка там, вы видите. И здесь птичка сидит. Я хочу ее немножечко спугнуть. Вот она на нас посмотрела, птичка. Спугнул ее просто для того, чтобы посмотреть, как она будет у нас к нам бегать. Ну, продолжаем. Едет машина. Медицинская. Обязательно нужно смотреть на переходы в цветовой гамме. И если снимать с руки, очень важно смотреть, как у нас будет работать дрожание, то есть синхронизация. Это очень важно. Также важно мне, для меня важно, конечно, как себя чувствует микрофон. Давайте подойдем поближе к этой прелести и посмотрим, что же это у нас такое. Он фокусироваться не хочет, мы ему поможем. Действительно замечательно. И в этот момент давайте еще сделаем пару красивых кадров. Раз, два, три. Четыре, пять, шесть. Я хочу вертикалочку сделать, очень красиво. Ну, хотя, вы знаете,